Сегодня в ряде стран проходит поминальная служба по случаю первой годовщины крушения пассажирского Боинга 777 на востоке Украины. В Киеве с утра несут цветы к посольству Нидерландов, гражданами которой были большинство из 298 погибших. Как известно, пассажирский Боинг 777 следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Как сообщается, результаты независимого расследования причин авиакатастрофы будут опубликованы в октябре. В Австралии также прошла церемония поминовения 39 граждан. В саду парламента в Канберре открыли памятную доску с именами погибших. Мемориал был установлен на земле, которую привез из Украины австралийский полицейский.